Говорит, кончил перед компом. Ну ты сучка. Просит прислать нашу с тобой совместную фотку. Угу. Мечтать не вредно. Пусть свою сначала пришлет. Чё? Да ничего, блин. С днем рождения. Бета, это супер. Да, и с открытыми плечиками. Блин, спасибо. Да не за что. В ней ты сегодня и пойдешь. Предки меня не пустят. С какой такой радости? С ума сошли. Еще там будет Денис. Про тебя, кстати, спрашивал. Боже, Бета! Нет, боже, Ленка, вы друг от друга претесь, так чего париться-то? Или будешь целкой до самой смерти? Перестань! Ты чокнутая. Могу не ехать. Дома буду концерты давать. Ну и много ты там заработаешь? Нормально. Мы популярны в нашей округе. Езжай, рок-стар, блин. Чего ты от меня хочешь? Я справлюсь. Сказал же я сам. Вы что, опять? Можно мне пойти на пати? Нет. Почему? Потому. У меня ведь день рождения. В понедельник, дорогая. А мне кажется, там будет Бетта. Ну, мам, конечно, ведь она моя подруга. Понятно. Ну, а что второй законный представитель? Лично я не вижу в этом большой проблемы. Ну, ты у нас вообще ни в чем не видишь проблем. The
Пан Лобатов, что будешь сегодня играть? Всего понемногу, Лукаш. Всякое разное. Ясно. Несколько зажигалок, парочку медляков. Приходи, сам послушаешь. Да-да, как-нибудь приду. Чтобы к 12 вернулась. Давай к часу. Не перейдешь вовремя, я тебя за волосы приволоку. Я могу, ты меня знаешь. Люблю тебя. Сейчас. Всегда хорошо. Только вернись вовремя, чтобы мама не волновалась. Будете разводиться? С чего ты взяла? Оторвись там, малыш. Люблю тебя. Вас обоих. Чао! Чао. Бета, давай вперед, прыгай. У тебя кто-то есть? Не говори ерунды. Просто спросила. Может, поедешь со мной? Как старые добрые. Это было уже давно, я даже не помню. А вот я все еще помню. Затусим сегодня? Ну и чё, у меня какие планы, да? Пэта, ты хороший дур, или я смс-ку большую, подожди! Я подстрахую. Давай быстро, пока не встала. Да. Вот хорошо. Красавец. Ну, здравствуй, милый. Красавец какой.
за мной. Ну иди сюда. Иди. Ну дай. Прокатимся втроем? Да. О. Вдвоем. Угрики уробити людську стоношку. Наш парковниці твої брати ти добере брошню. Демоніця зожеру, а виплюю шпайхлю, як ти паплюх, который на главе шарапату, а зараз ти ако каучух. Потом твою чайку напихнеш на галапартню, за то, що робила пайку плавчикові в аквапарку фальчик. Давай вернемся. Никак не могла вспомнить твое лицо. Было так страшно. Хватит улыбаться. Пусть хотя бы так ты будешь со мной. Да. Подожди, подожди. Добрый вечер. Добрый вечер, мадам. В каком номере остановился Милан Лобатов? В 7-м номере. Это где? Вниз по лестнице. Угу, спасибо. А вы тоже к нему? Сигарету, отрепал си мою котр...
Арчи, открой бутылку. А у тебя что, штопора нет? Ага, вот он. Привет. А где Милан? А, наверное, он за сигаретами вышел. Милан. Ты меня пустишь? Таня! Тань! Эй! Постой! Оставь меня в покое! Милая, подожди. Прости меня. Мне интересно, ты влюбился или вы просто трахаетесь? Да это не то! Хорошо, давай ключи. Прекрати, Таня. Давай ключи. Хватит. Хорошо. Давай ключи. Хватит, прошу тебя. Перестаньте, пожалуйста. Я вызову полицию. Вызывай! Успокойся. Именем хозяина Красного Поля я буду ласкать вас изнутри вот этими руками! Она не пришла ночевать. И на звонки не отвечает. Может, осталось ночевать у Беты? Ты знаешь, где живет эта Бета? Да, я найду. Милан!
Заходите. А где Ленка? Вы же вместе были? Угу. Сначала да. Я отъехала потом ненадолго, но когда вернулась, ее там уже не было. Я ей звонила, она не брала, я подумала, она поехала домой с ребятами. Не в курсе, где она может быть? Ладно, спасибо. Доброе утро. Лукаш случайно не дома? Сейчас разбужу. Лукаш, Лукаш, а? Вставай, вставай. К тебе пришли. Да какого хрена? Иди уже, не мешай. Спасибо. Ленка домой не вернулась. Не в курсе, где она? Разве вы не должны были отвезти ее домой? Она не поехала. В смысле? Не знаю. Не поехала и все. Когда ты видел ее в последний раз? Что-то около 12 или вроде того. Мы спали, свалили и сюда поехали. К нам. Она не поехала. Ладно, спасибо. Вы уверены, что к вам не привозили? Может, в другой, да? Да. Спасибо. Если в скором времени она не появится, надо будет подать заявление в полицию. Когда она придет, все и расскажешь. А потом собирай вещи и сваливай отсюда. Что случилось? Я не знаю.
Сегодня ее день рождения. Есть парень? Нет, не думаю. А вы уверены в этом? Нет. Можно? Конечно. Спасибо. А у нее были проблемы? Нет, вообще никаких. Вы уверены? В смысле, наркотики или вроде того? Например. Я же с вашей дочерью знаком не был. Ленка чудесная девочка, у нас с ней проблем никогда не было. Здрасте. Лейтенант Варга. Я в 2 часа увидела ее неотвеченный вызов. Она мне звонила точно в 12:42. А почему не ответили? Я не услышала. А вам дочь не звонила? Я был на сцене в это время. У нас с друзьями группа, мы выступали. У вас был уже такой случай? Сейчас каникулы, подростки как с ума посходили. Вспомните с мужем еще раз все детали субботнего вечера, минута за минутой. А чем это нам поможет? Что угодно может помочь. Любая мелочь. Понимаете, наша дочь ушла из дома в субботу и не ночевала 3 дня. Я вас понимаю, пани Лобатова. Вот ее свежее фото, но есть и другие. Окей. У вас дети есть? Нет. Тогда не понимаете. Простите. Последние дни мы все на нервах. Я не хочу, чтобы в нашем дерьме копались в полиции. Thank you.
Эй! Кто здесь Деннис Мараль? Знаешь ее? Тесно общались? Так, нормально. Так нормально. В курсе, что она не вернулась с дискотеки? В курсе. Мы же там вместе были, нет? Ну да. Но вспоминай, когда видел ее последний раз. Около полуночи. Примерно. Я пьяный был. А что вы делали до полуночи? Так, немного повеселились. Потом танцевали. Повеселились, да? Да. Танцевали. Ну, это... Так нормально, да? Ну да. Больше ничего? Нет. Я знала, что ты позвонишь. Я всю ночь не спал. Полиция пытается отследить ее телефон. Перезвоню, когда она вернется, ладно? Я беспокоюсь о тебе, Мила. Да, Сдена, знаю. Не звонила ли она мне? Нет. Сожалею, но мы вообще должны были ее подвести, но в итоге потерялись. Мы к Файолу поехали, к знакомому, с Лукашем. Как зовут знакомого? Файола, Фера, Франциск, что-то типа того. Лукаш помнит точно. Да я эту Ленку даже не знал. Само собой. Так, ну давай-ка еще раз пройдемся по этому вечеру. Скрути мне. Чё ты меня прячешься? Я ничего не знаю. Что ты не знаешь? Я хотела тебя спросить. Я уже все вашему мужу сказала. А ну стой! Пустите! Да не знаю я ничего, оставьте меня в покое! Что случилось с моей дочерью, сучка? Нашли в 2 километрах отсюда.
По-вашему, он мог там оказаться? Может, выронила случайно. Или кто-то мог его украсть, но вряд ли. Могло быть такое, что она вернулась, а ваша жена этого не заметила. Может, спала? Она поехала ко мне. В отель, в котором мы играли. Когда? Около полуночи. Вы мне не говорили? Проверьте еще раз Ленкины вещи, может быть, что-нибудь пропало. Пан Лобатов. Пан Лобатов. Есть еще о чем мне рассказать? Так это что получается? Она была здесь? Когда меня не было дома. Ты вообще меня слушаешь? Это только предположение. Тогда почему она не звонит? Она прекрасно знает мой номер. Здорово. Привет. Проходи. Мне нужны ключи от твоей дачи. На пару дней. Милан, Милан, забудь ты эту Сдену. Ты сейчас Тане нужен. Слушай, Карчи, я ухожу из группы, так что подыщи мне замену. А ты понимаешь, что у нас концерт сорвется? Ладно, сыграю в последний раз. Пока. Эти ребята говорят неправду. Я знаю. Милан, я знаю. Почему?
могу зайти в ее комнату. Что вы делали у Файола? Да так, все то же, что и обычно. Болтали, венцо подтягивали, пластинки ставили, я же уже говорил. А наркотики? Не, ничего такого. Чао, Лукш. Чао. Завтра заскочу к тебе. Да я у мамки буду. Лады, от меня привет. Передам. Скажи, в котором часу вы ушли от Файола? И постарайся это поточнее вспомнить. Да не помню, около 3. Блин, неделя уже, считай, прошла. Ты сам-то помнишь, что делал неделю назад, 2 часа после обеда? Пропала твоя подруга. Ты ее привез. Да какая подруга? О чем ты? Она с Деннисом в тачке сосалась. Его и спрашивай, а не меня. Сначала я тебя спрошу, понял? Ты понял? Угу. По показаниям Пато, мы приехали к тебе после 3. Типа того. Вся дорога заняла минут 15, так? Угу. Значит, вы ушли от Файола не раньше 2:45, я правильно посчитал? Только тут кое-что не сходится. Мы имеем показания Файола, согласно которым вы ушли от него еще до 1:00. А это минимум разница в 2 часа, лживый ты, сучонок. Че, виноват, что этого дебила поймали с дубаса. Мент на него надавил, он ему все и выложил. Че он еще ему рассказал? Что мы у него сидели, а потом ушли. Сука! Теперь слушай внимательно. Я сказал Легауму, что мы вернулись на вечеринку. Но к Сене уже не пошли. Встали на въезде, это важно, понял? Потому что ты решил взять дудки. Какого хрена? Почему я? Потому что ты дебил, вот почему. В общем, ты взял дуру какого-то незнакомого типа, поэтому решил это скрыть. Мы скурили ее там же, только вдвоем, а потом поехали ко мне. И никто нас не видел, ясно тебе? Тебе все понятно, сука?
наказание. Думаю о тебе постоянно. Каждый день. Я вообще ничего не понимаю. Позвони мне, если захочешь встретиться. Когда угодно. Я буду ждать. Ленка боялась, что ее родители разведутся. Ты знала, что она с кем-то переписывается? Знала или нет? Я вообще-то с ним первая познакомилась. Ленка тоже захотела. Что он о тебе писал? Написал только то, что его Марек зовут. Что он в модельном бизнесе работает. Но это наверняка только для того, чтобы мы ему послали фотки. Что за фотки? Эротические. У вас был с ним секс? Он повез меня в отель. А потом привез обратно. Да, высадил и сразу уехал. Я пошла искать Ленку, но ее уже там не было. А домой меня знакомые отвезли. Я спрошу тебя еще раз, это очень важно. Известна ли тебе его фамилия? Марек, это все, что я про него знаю. Трахалась с ним. И знаешь только, что его зовут Марек? Вы расскажете родителям? И что это вы нам тут такое рассказываете? Ваша дочка вела переписку с женатым мужчиной. Он был на той вечеринке. Личность его пока не установлена, но мы над этим работаем. А что насчет мальчишки Денниса? Соседские ребята подтвердили алиби. Видели, как он вернулся домой. Может быть, это были его друзья? Почему вы не сказали, что у вас в семье проблемы? Мы начнем прочесывать окрестности. Для поиска понадобится что-нибудь из ее одежды. Видите ли, дети частенько убегают из дома, когда их родители не в ладах. Это что-то вроде формы протеста или мести. Именно поэтому вы хотите ее искать с собаками. Мы все постирали. Тогда лучше обувь. Может, мы ее просто не знали. Таня. Thank you.
Таня, господи! Пан Лобатов, постойте. Мой муж вчера вспомнил, что Кизик, ну, этот алкаш с фермы, хвастался недавно в баре, что видел вашу дочь тот вечер. Просто я подумала, может быть, это вам как-нибудь поможет? Господин Кизик? Я Милан Лобатов, отец Ленки, пропавшей девушки. Не помню такую. Говорят, вы ее видели в ночь, когда она пропала? Бабки у тебя есть? Видел девчонку. Меня тогда чуть насмерть не задавил Пата на машине. С ним был еще тот второй. Лукаш. На другой день они пришли ко мне и сказали, чтоб сидел тихо.
Спасибо. Эти ребята врут, лейтенант. Что бы они вам ни сказали? Давай быстрее, у меня тост созрел. Иди порепетируй пока, а то получится, как я всегда. Я бы говорил. Иди. Не, простите, коллега празднует повышение. Они должны были встретить Ленку, как же они ее не заметили. Это вам тот старик сказал? Физик. Окей, принял к сведению. Поговорю с паном Кизиком попозже. Чего же вы тянете, объясните. Почему бы не поехать сейчас? У нас тут свои порядки, пан Лобатов. Черт, почему у вас все так долго? Областной департамент забрал дело. Теперь это их забота. Вы им больше не занимаетесь, значит? Само собой. Оказываем содействие. Жена вам изначально не доверяла, и она была права.
Хорошо, тогда в понедельник. Угу. Угу. Не ходи на работу хотя бы пока. Но я хочу, мне надо. Знаешь, мне очень жаль, что я столько всего тебе наговорила. И если ее нет, если ее нет, я хочу, чтобы мы хотя бы ее похоронили. Я хочу, чтобы она была рядом. И я хочу знать, кто это сделал. Пошла, ну! Заходи! Вот! Вот здесь стой! Хорошая. Хорошая. Хорошо. Другую? Ага, другую. Держи. 519-ю. Ага.
помогите! На помощь! На помощь! Кричи сколько хочешь, никто тебя не услышит. Мы с тобой посреди леса. Ах, ты тварь, мразь! Чего тебе от меня нужно, сучара? Ты прекрасно знаешь, что мне нужно. Ты не имеешь права. Пусти меня, мразь! Посиди-ка, подумай, парень. Задержали того мужчину, который с Ленкой переписывался. Я говорила с Варгой по телефону. Он мне больше ничего не сказал. Что это у тебя? Так. Ерунда. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, объявляется 10-минутный перерыв, после которого мы снова ждем вас на танцполе. Что это у тебя? Все кончено с Дэном. Мы не можем больше встречаться. Я не могу так. Милан, ты мне нужен, пойми, Милан. Мы можем встречаться тайно, как прежде, и никто ничего не будет знать. Я тебя люблю, я тебя люблю. Прекрати. Я тебя люблю. Прости меня.
Знаешь, на работе все такие любезные со мной. Боятся даже имя Ленки при мне произнести вслух. Противно. Я тебе еду приготовила. Спасибо, дорогая. Что творишь, дядь? И не вздумай дергаться. А ты что? Ты не имеешь права. Тебя посадят за это. Ты понимаешь? Значит так. Я задам тебе несколько вопросов. А если я не стану отключать? Не получишь ни еды, ни воды. Мне плевать, сколько это займет, недели или месяцы. Ты что, пытаешь меня вздумал? Расскажи мне, когда ты уехал с вечеринки? До полуночи, кажется. И вы должны были Ленку отвезти домой, разве нет? Планы поменялись. Мы поехали к нашему приятелю. Когда мы уезжали, Ленка терлась с тем длинным, целовалась с ним в тачке. И что, ты теперь его тоже похитишь, да? Сколько времени вы были у приятеля? Где-то час. Куда потом поехали? В цирк поехали. А, да ты у нас Коломбо. Ах ты, тварь, ублюдок! Скотина! Мразь! Слушай меня внимательно! Бездомный Кизик. Кизик? Да, вы знакомы. Ты веришь этому конченому старому алканавту? Мы говорили. Он шел на тот же концерт и по дороге встретил мою Ленку, которая, скорее всего, возвращалась домой. А еще он сказал, что видел вас с Пато в машине, и вы его чуть не задавили. Что за дичь? Да бред это все! Из этого следует, что вы были там в тот же самый момент, что и Ленка, примерно в половине первого. Да гонит он! У него белка. Он сказал мне, что вы приехали к нему и заставили ничего и никому об этом не говорить. Так! Мы поехали за травой. Один тип хотел купить 10 граммов, и нам пришлось ехать ко мне домой. Он это подтвердит? Нет, я вообще его видел впервые. Я не знаю, кто это. Он, видать, спалил, что я банчу и решил купить у меня. Скатались ко мне домой. Вернулись обратно, блин. Продали ему дурь. Это же мой бизнес. Я могу от 3 до 8 лет получить за распространение, врубаешь? Не мог я сказать об этом полиции. Поэтому я договорился с Кизиком, чтобы он помалкивал.
А с чего же это он вдруг передумал? Да я землю у него арендовал. Под дурь платил ему, блин. А потом перестал, он решил отомстить, походу. Зачем же ему это? Да не знаю я. Он же, сука, конченый алкаш старый. Еще не вернулся? Я заявила в полицию. Чаю хочешь? Сука! Убью тебя, Лукаш, знай это. Ты же ее видел. Говори, что там было.
Я тебе не верю, Лукаш. Сука! Да не видел я ее! Может, я что-то должна знать? Постарайтесь вспомнить, в ночь, когда Ленка пропала, Лукаш вернулся домой в 3? Он ведь пришел раньше. Было около 2 часов. Они пришли домой с Патой и заперлись в ванной. А в промежутке не приходил? С момента, как уехал на вечеринку, и до 2 часов ночи. Это точно? Мне страшно. Боюсь за него.
с ней встречаешься? Нет, Таня, поверь. Скажи правду. Правда, не встречаюсь. Я тебе позвоню. Сел. Сядь, я сказал! Я говорил с твоей матерью. Только пикни. Чёрта ты приехала? Он не должен тебя видеть, понимаешь? Мне все равно. Ты не имеешь к этому отношения? Имею. Хорошо. Можешь остаться. Чтобы он тебя не видел. Я теперь точно знаю, что ты пришел домой не в три, а раньше. Так почему ты мне соврал? И ни за какой травой ты домой не заезжал. Вы с Патой приехали в 2 часа и заперлись в ванной. Твоя мать заснуть не могла. Лукаш, я не шучу. Я серьезно. Если хочешь жить, скажи, где вы были и что делали после половины первого.
Что было с Ленкой? Ты убил ее. Придурок! Слышь! Эй! Ты его убил, идиот! Не убил. Слезь мне! Все кончено, Таня. Я сейчас отвезу Лукаша домой к матери, а потом сдамся полиции. Если хочешь, поехали со мной. А если он будет отпираться? Все записано. И мы знаем, где Ленка. Нет. Я не хочу так больше. Никто, кроме нас, не знает, где он. Мы отвезем его домой к матери. Они убили нашу Ленку. Изнасиловали и убили нашу Ленку. А как ты объяснишь полиции, где она похоронена? Или там ее оставят? Я не хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму. Хватит, Таня, прошу. Прошу. Я позвоню Варге.
Когда ты меня раскусишь, жённый мой сахарок, выставишь с детьми нерождёнными за порог, я умою дымом глаза, слепые, как волдыри. Везите меня в припрыжку, трава и поводыри, чтобы в какой-то кухне, да в пьяне, да в кутерьяно наплакать на ухо шлюхи жеманной, как кутерьяно, на том, как тебя люблю и как жить без тебя. Очкую, хмельную, сглотну слюну и ебало в стол забучкую. Ты пустая, моя кухня, черный, черный голос, черный, черный бит, аря, аря, аря. Черный компас, черный гид, аре, аре, аре. Черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно. Сейчас, когда меня не станет в мыслях ласковых твоих, я вздрогну в разбитом теле, ополаскивая рыхлое нутро какой-то дрянью, фаршированной собой по мостовой. Вожу ногами до смешного в разнобой, из неба сыпется перхоть, перхоть крошками с плеч. Я очернял свою юность самой пошлой из мечты в черных тачках, похожих на больших черепах. Перекрик мысли в чужих черепах. Черный, черный голос, черный, черный голос, черный, черный голос, черный, черный бит, аря, аря, аря. Черный компас, черный гид, аря, аря, аря. Черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно. Между мной разинутой в зеве беззубом пастью сортира тянется, тянется горько резиною пьяной слюны нитка строптива. Я и качается, а истончается, она кончится, сгину я. На руку оплывает стена парафинового. Это нить, пуповина моя, в ней длины половина меня. Опираясь о глянц, вью белую грудь санфаянца, вью пуповиную кулак опояс, вью и под русскую пляс, вью я выплясываю. На кухню там музыка и накурено густо и вкусно. Там лежит моя черная книжка, я пишу туда черные сказки. Там живут мои черные люди и живут свои черные жизни. Черный, черный, черный голос, черный, черный бит, аря, аря, аря. Черный компас, черный гид, аря, аря, аря. Черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно, черным, черно.